Сотрудники отдела по борьбе с оргпреступностью при силовой поддержке бойцов СОБР наведались к так называемым черным риэлторам. Продолжительное время эта группировка занималась вымогательством с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью своим жертвам. Лидер ОПГ – 36-летняя жительница Владивостока. В ее подчинении было 7 человек. Члены группы изучали предложения о продаже доли имущества. Особое внимание они уделяли недвижимости, обремененной задолженностями перед коммунальными службами. Приобретаемая доля жилища оформлялась на одного из членов группы. После этого обвиняемые делали все возможное, чтобы выселить собственников и склонить их к передаче своего имущества. Как правило, черные риэлторы использовали различные методы психологического и физического воздействия. Вскоре потерпевшие покидали квартиры, опасаясь за свою жизнь и здоровье. Затем преступники недвижимость реализовывали. Кроме того, летом 2014 года двое обвиняемых по найму другого человека напали на его знакомую. В лицо 42-летней женщине они плеснули концентрат серной кислоты, что привело к химическому ожогу глаз. Мотивом преступления стал спор, возникший из-за раздела имущества. Впоследствии заказчик выплатил исполнителям преступления вознаграждение в размере 150 тысяч рублей. Другая потерпевшая от действий группировки лишилась квартиры на улице Черемухова во Владивостоке. В ходе следствия доказана причастность фигурантов уголовного дела к 6 эпизодам противоправной деятельности. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил сумму в 3 миллиона рублей. Расследование завершено. Трое участников группы заключены под стражу. Уголовное дело передано в суд. Подсудимым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с крупным денежным штрафом. Алина Чернянко, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.